Доброго времени суток, друзья! Мы продолжаем нашу игру. И сегодня мы немножко сделаем... немножко сегодня сделаем... Так, кирок, 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 кирок. Вот так. Кирки сейчас будут наготове. Так, сколько у нас получится в итоге? 300. Ну ладно, пока хватит. Пока хватит. Нам нужно сейчас... наступило утро. Так, и утром мы по большей части будем стараться находиться на улице. То есть тут светло и тепло, и мухи не кусают. Вот. И сейчас, я думаю, вот здесь мы... Ой, упал. Упал немножко. Сейчас здесь мы добьем таки, я думаю, вот... блин, как же он называется? Вот этот дуб. Огромный дуб. Просто невероятно огромный дуб. Нужно найти, где у него еще есть листья, где у него есть ветки еще. Они где-то должны быть тоже все равно. Потому что дуб очень большой. Так, там у нас мед. Воск. Воск, не мед. Так. Вот таким образом мы с вами продолжаем сегодня копать. Не копать. Строить наш дом. Очередная уже какая промежуточная серия у нас идет. Как хочется все-таки построить этот дом уже окончательно и бесповоротно, чтобы начать путешествие по очень красивым просторам игры Block Story. Наша история все так же интересна. Все так же замечательно. Так, сейчас можно набрать как можно больше деревьев. Не знаю, как лучше будет сделать. Пум-пум-пум. Так, вот так вот это все происходит. Ага. Вот, пойдем искать еще. Там выше уже нету, да? Наступает ночь. И вот благодаря ночи, я думаю, сегодня мы с вами пойдем. Хорош. Наверное, пока идет ночь, мы пойдем, как всегда, в нашу шахту. Не будем торопить события. Оп, где далеко. Высоко лететь. Давай лучше. Фу, удачно. Так, пойдем опять же в нашу шахту. В шахту, где можно будет немножко улучшить наше строительство. Так, где у нас наша шахта? Да. Где-то тут она была. Вот, чую, чую, где-то была тут. Блин. Вот она. Так, здесь у нас... есть дальше выход. Выход, и пока у нас ночь, мы будем добывать вот эти камни. Камни нам пригодятся еще в огромных количествах на обделывание. Ну, что, на жизни мало. А, ну да, я, наверное, упал и повредил себе что-то. Вот. На обделывание дома в качестве кирпича. Когда я начинал эту игру играть, то есть первые уровни версии 5.3.1, там я нашел, как делаются кирпичи, и кирпичи производятся при помощи камня. То есть очень много камня нужно и огня. Но я думаю, красиво будет смотреться это.
Вот. Камень нам нужен именно для этого. И ночка темная. Может быть, тут можно как-нибудь выровнять все. Более красивый вид придать этой шахте. Чтобы вход был более похож на вход. Ну, пока кирки есть, можно будет эти кирки использовать. Вот. Для этого нужно очень много палок, конечно, тоже. И, опять же, много деревьев. Рубить. Искать эти деревья, эти ветки приходится в дубе. Дуб, потому что... Так, у нас где-то там, похоже, зеленый, это изумруд. Дуб, в дубе у нас находится больше... Большое количество деревьев. Так, вот эту давай тоже найдем. Где здесь у нас находится вот этот изумруд? Вот он, да? О, повышение уровня. Так, и закопаем ненужное нам. Вот это вот нам не нужно. Вот эта часть... А, там еще где-то есть у нас, похоже, да? Где-то есть еще у нас изумрудик. Вот этот вот забираем. Видите, как хорошо, когда видно. Очень приятно, когда видно все ресурсы. И не надо бегать где-то их искать. Они все здесь рядом. Так, вот. Так, не ту нажал клавишу. Так. Вот это будет то, что нужно. Похоже, вот тут вот оно. О, целых два изумрудика. О, даже больше. Ух ты! Мы напали на жилу изумрудов. Вау! Потом сделаем кирпичи изумрудные. Это будет смотреться тоже довольно красиво, мне кажется. Если она еще будет светиться, это будет вообще просто супер. Вот он, изумрудик этот невидимый. А, там еще один. Хо-хо. Да, я говорю, еще, они идут просто жилами. Друг за другом. Друг за другом, друг за другом. Так. Куда-то я зашел, сам не знаю куда. Вот. Здесь... такой белый, да? Такая видимость. Что он как будто белый этот камень. Давай закопаем эту... Невидимо, пускай она будет у нас. Ничего там нету интересного. Вот так вот. Так вот будет намного красивее. Построим сейчас стену нашей шахты. Ну, вход. Самое главное, вход, конечно, в шахте. То есть самая красивая часть, самая, куда приятно заглянуть, а потом там дальше уже будем ниже смотреть. Тут изумрудов тоже очень много. Вот как эта шахта изумрудная попалась нам сейчас. Так, вот тут пониже, я думаю, вот сделаем. Такие звуки странные, да? О, уголь. Уголь нам тоже... Блин, угля-то сколько много, а? Уголь нам тоже нужен. Да, это клондайк целый. Данная шахта. Все. Здесь нам больше ничего не нужно. Давай тоже закопаем вот эту вот вещь. Нам тоже здесь смотреть не на что. Так. Вот здесь наша красота продолжается. Увеличиваем. Так, и мы продолжаем эту копку-капку. Сейчас. Светло. Здесь. Так, ну что ж, давай вот это вот. Думаю, стену подровняем.
действительно напрягает только то, что так долго копаются эти камни, раскапываются. Из-за этого уходит очень много времени для строительства моего дома. И дождемся ночи. Ночь уже идет. Дождемся утра. Нам нужно еще деревьев, очень много деревьев, чтобы достроить таки наш дом. Хотя бы стены завершить первого нашего этажа. Так, собираем. Все лишнее собираем. Так. Да, один уголь может нам дать целых 8 новых огоньков. Так. Выровняем здесь тоже. Ну, будем все равнять под один уровень, потому что... лучше, когда смотрится здание такое. Петух кричит нам, что наступило утро. Да, у нас же уровень повысился. Я забыл совсем. Нужно повысить наш уровень. Так, давай повысим наш уровень. Так, повышение уровня. И мы продолжаем сейчас улучшать наше здоровье. У нас идет 6-й день. Это я так... к слову сказать. И пойдем опять на улицу. Раз наступило утро, значит, мы будем проводить это утро на улице. Так. Здесь тоже сейчас немножко деревьев порубим. Это рубка. Да, киркой рубить-то, конечно, прикольно, блядь. Лучше бы, конечно, если бы был настоящий. Ну, свои недостатки есть везде, несмотря на то, что эта игра более красочная, чем Майнкрафт. Тут можно найти тоже свои недостатки. Так, я не могу туда запрыгнуть, на это дерево. Придется, наверное, через то переходить. Оп! Прыжок. Ах. Оп, 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 оп. Так, дальше и ниже. В эту сторону нам нужно пробраться и найти веточки. Вот они, веточки, да? Нет, темно. Темно-то темно, а веток-то все равно не видать. Блин, там у нас можно провалиться. Как все запущено, как все тяжело тут, а? Где ветки-то? Вот они. Наконец-то пошли ветки. Так, туда я не упаду? Наверное, все-таки нет. Вот у нас открытое пространство. И возможность... Дождик льет. Дождик льет. Льет дождик. Срывается. Домик мы построим большой, красочный. Блин. Да как же так-то, а? Вот, нашли. Снаружи вот посмотришь, вот где эти деревья находятся, то есть ветки не видно, да, а внутри целый тут этот. Целый дом получается тут можно. Устроить прямо на дереве, не отходя никуда далеко. Кирки нам еще понадобятся для того, чтобы разрушать, то есть в качестве лопаты. Блин, очень много кирок нужно будет. То есть нам нужно не только ставить стены, но еще и пол выравнивать. Сейчас мы сделаем... вот это действие. Оп. Так,
лишь бы никуда не провалилось ничего. Здесь у нас камень, то есть дерево. Дерево все дальше и дальше. Так. Блин, куда она растет, интересно? Так, ходишь тут вроде как бы кучу таких мест. Так далеко вроде зашел уже внутрь этого дерева, а там место-то вокруг можно оббежать его, просто под ним пройти. Вот как. Своего рода шахта тоже, видите? Да, только в поиске дерева не на этот раз, а не в качестве поиска камней. Ну, камней у нас много, и дерева сейчас уже много. Так что мы можем сейчас, я думаю, делать также много кирок. Кирки, кирки. Очень много. Да, из воска, конечно, хотелось бы сделать мед. Вот он, падение, это куда можно осуществить. Вот, наконец-то, выход. Дошел я до того места, где можно упасть и сломать себе ногу. Да? Так, вот это проход. Проход у нас этот мы прокопали. Ниже. Ай! Блять. Да. Упал и стукнулся. Видите, какое дерево огромное. Охереть, какое огромное дерево. Я еще и в то дерево попал как-то. Так, тут еще есть ветки. Еще много веток здесь. Еще не все я тут насобирал, похоже, да? Так, вот эти вот ветки тоже забираем. Блин, не получается. Так, ну-ка, нам надо, наверное, с той стороны еще обойти. Блин, тут целое это. Действительно, так далеко можно пройти в этом дереве. Вон там он еще где-то ветки есть. Вон там он, в том месте. Есть ветки и вон там. Тоже, насколько я понимаю. И прыжок. Так. Поверху куда-то тоже можно нам зайти и найти. Фу, еще веток. В этой стороне у нас вон они. Вон они находятся, где ветки. И вот тут вот тоже веточки есть. Все, кирки кончились. Блин, быстро кончились кирки. О, не успеваешь толком поработать даже, ну, приходится, наверное, не 300 делать, а гораздо больше их, чтобы она подольше нам поработала, помогла. Да, вот это по сравнению, ну, сравнивать с Майнкрафтом, конечно, даже не имеет смысла, наверное, потому что игры действительно очень разные и во многом, абсолютно во многом не похожи одна на другую. Тем не менее, все-таки поиграть в такую игру интересно. Еще один уровень. Как хорошо, а? Следующий уровень. У нас уже 15 уровень, и мы улучшаем здоровье. 150. 150, и уже 5 у нас сердечек. У нас было 3 сердечка, насколько я могу помнить. 3 сердечка было, сейчас у нас 5 сердечек уже. Ну, конечно, зато будем более уносливы, более выживающие. С 3 сердечками далеко мы не продвинемся, да? Вот тут вот тоже есть какое-то дерево. Так, вон до туда нужно докопать сейчас. Вот оно. Так, вот докопаем до сюда. До сюда, посюда. Лишь бы не упало никуда. Это дерево. Чтобы не пришлось. Вот там оно еще одно есть. Видите, где темно, там... О, наверху есть. Где темно, там видно, что есть какая-то деревяшка. Вот еще одна деревяшка. Так. Ну что, может быть, закончим уже? Сейчас пока. Временно. Вот это вот действие. Вот это вот действие. Вот это вот действие. И вот это вот действие. Так, ладно. Деревьев мы еще пособирали.
У нас в запасе 80 деревьев, да, много. 40. 40. 40 по 3, 120. Ну, 120, я думаю, пока нам хватит на... Так, 120. 108. Блин, много наделал этих деревьев. Ладно, 108. Пойдем дальше строить наш дом. Блин, выберешься, так заберешься в такие места, и потом хрен выберешься отсюда, да? Из дерева выбраться нельзя, вот охереть. Конечно же. Из дерева выбраться не могу, как говорится. Это вообще удивительно. Как так можно? Может быть, нельзя выбраться из дерева. Так. Вот она, да? Так. Насколько я понимаю, вот это вот и есть у нас... Вот этот участок. Нет, давай все-таки пойдем и сделаем кирки, как и было в нашем, в наших планах. Можно, конечно, вот тут вот сделать шахту, но мы уже начали тут. А начинать сначала все-таки уже так хреново, да? Сорок девять, двадцать пять, восемнадцать. У нас, чтобы было больше времени. Так, вот хватит пока. Сейчас у нас уже 720 кирок. Сейчас не так быстро придется сюда возвращаться за кирками. И поэтому... Так, первый. Мы будем строить наш дом. Продолжать рубить. Да, вот эту шапку придется убрать из дома. С дома сверху. А тут мы сейчас обделаем вот эти вот, вот эту часть, чтобы у нас не было все так ужасно. Конечно, можно было немножко по-другому, не так, так не париться и такие стены не возводить тут. Ну что сделаешь? Раз решил я так начать строительство этого дома. Видите, быстрее гораздо, чем раньше было. Мы рубим, ускоряемся. То есть игра дальновидная. Если вы достаточно много сразу потратите очков, талантов на копание, то можете быстрее, гораздо быстрее копать. И я уже сейчас копаю лучше, чем копал какое-то время назад. Я думаю, до вечера мы сможем выкопать уже много. И потом уже начнем внутреннее убранство нашего дома. Сначала мы внешнюю сторону дома нашего преобразим. Давай хотя бы до 6, да? Я думаю, доведем до 6 сердечек, чтобы было ровно в 2 раза больше, чем было изначально у нас. И можно будет прокачивать опять копание. Копание нам необходимо, чтобы мы быстрее это все дело делали. Иногда стоит потратить чуть-чуть больше времени изначально, чтобы потом было гораздо быстрее и легче это все производить. Сейчас закончим, думаю, эту стену. И закончим сегодняшнюю серию. А то она у нас продлится очень долго. Я думаю, мы в этом мире надолго и...
это строительство, которое очень затормаживает игру, продвижение наше. То есть мы не можем сходить в путешествие по той причине, что у нас нет еще своей крыши над головой. А хотелось бы уже. А вам я говорю, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Может быть, вы можете подать какие-нибудь идеи, которые будут очень интересны, и я смогу применить эти идеи. Вот, смотрите больше видео. Вот они темнеют уже. Блин, я, наверное, не успею. Далеко еще? Еще далеко. Давай тогда стену пока будем обделывать. Уже темнеет. Вот таким образом. Мы строим стену. Так, это лишнее. Это лишнее. Так, тут у нас провалилась у нас. А если мы ее убьем, что мы за нее получим, интересно? Ладно, не будем мы ее убивать. Хрен с ним, пускай она там сама помрет с голоду. Так. Так. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик. Звуки живые. И я уже заметил, что действительно по сравнению с версией 5.3 здесь, видите, как, вон какая планета зеленая, на Землю похожая. Красиво как, а. Стало лучше музыка, стали, появились новые животные, насколько я могу судить. Картинки не всегда, конечно, улучшенные, но тем не менее. Так, чуть-чуть осталось, да? Еще пару десятков кирпичей осталось добить. И мы закончим эту стену сегодня. Сегодня новая серия. Вот эта, которую мы проходили сегодня с вами. Ой, я не знаю, может быть, стоит на большее время рассчитывать, но, то есть, чтобы быстрее пройти эту игру, быстрее построить дом и начать уже путешествовать. Потому что строительство занимает очень много времени. Вернее, не само строительство занимает много времени. Больше всего времени занимает именно вот это. Копать при помощи кирки стены. Сейчас я вот это вот все оставлю себе. Так. И вот здесь вот сейчас мы поработаем немножко деревом. Вот таким образом у нас все это будет. Фу-фу-фу. Вот и все. Похоже, мы почти уже дошли до финиша сегодняшней серии нашей. Вот осталось немножко. Небольшое усилие. Вот это приложим сейчас. О, и очередной уровень. Сейчас, я думаю, мы доведем нашу игру до 6 до 6 звездочек. Здоровья. Нет, еще пока 5. У меня, по-моему, есть там железо. И железо была бы кирка, наверное, помощнее.
Ладно, железо может нам пригодиться для каких-то других вещей. Более лучших. Вот и дерево. Вот и до дерева мы уже дошли. Вот, примерно вот так вот, да? Вот это у нас площадка нужна для наружного кирпича. Вот для этого я делаю здесь такую площадочку одну. А вот это вот, по всей вероятности придется тоже сносить, потому что оно мешает. Ну, надо было просто выше, наверное, делать этот дом. Я немножко неправильно, скорее всего, сделал. Нужно было просто делать его выше. Гроза гремит. На улице идет дождь, у нас же на улице ложится потихоньку снег. Так, в качестве топора тоже поработаем немножко. Вот, ну, эта игра мне помогает тем, что я больше учусь по-настоящему учусь терпению, терпимости. Потому что терпение одна из самых важнейших составляющих нашей жизни. Вот, потихоньку, помаленьку мы все-таки построим этот дом, пока мы еще далеко от полного завершения строительства. Но, тем не менее, смотрите, мы уже закончили круг. Сделали, да? Видите, как бы долго это все ни было, мы завершили вот это действие. Сейчас, я думаю, мы пойдем внутрь нашего дома для того, чтобы уже так изнутри. Вот там он. Убрать вон то дерево и... Да, надо было, наверное, не так немножко строить. Тут у нас пустыня рядом. И ночь на дворе, да, ночь на дворе, я забыл. Значит, нам нужно идти в шахту. Если начинается ночь, значит, нас ждет шахта. Шахта. Где она, кстати? А я сегодня с вами прощаюсь. Всего доброго. Пишите новые комментарии. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Меня зовут Иван Сусанин. Всего доброго. До свидания.